Привет, ребята, это исследователь. Давайте померим сегодня интернет Билайн сотовый. Вчера я мерил Ростелеком, Теле2, сказал, что он такой средненький. В Билайне, в ЛТЕ еще хуже оказалось. Не знаю, с чем это связано. Да и, пожалуйста, некуда. Или меня к черту пошлют, если им скажу, что такая вот чушь. Смотрите, вам нужно сначала диапазоны узнать. LTE, какие у вас используются. Табличка на fopda.ru есть для Петербурга. Третий, седьмой, двадцатый. Еще 38-й хотят включить мегафон МТС. Как видите, мегафон захватил очень большую полосу в седьмом диапазоне. Ну, потому что самый бандюжный, поэтому он так захватил. Теле 2, у него только B3. Больше у него ничего нету. Смешное название сети Votec. Так, вот видите, режим модема, он Huawei, он прошит браузерную версию, когда он работает как роутер. То есть смотрите, заходите на него через браузер. Если через программку, то стик, а это Hi-Link называется. Ну, который сеть создает, можно сказать, Hi-Link. Здесь режим я поставил только LTE, чтобы не слетал сигнал нормальный. -85. Скорость какая-то мега маленькая, меньше чем в 3G в третьем поколении. Сравните с Ростелекомом Теле2, там было 10 мегабит туда-сюда. Такая вот, да, странность. Просто ужас какой-то. Так, переключаем МТС. Третье поколение. Вот видите, частоты 1, 3, 7, 8, 20, 38, 40. Не поддерживает. 38 они как раз хотят включить в 16-17 году в Петербурге. Не знаю, они сделали или нет. Так, да, все, переключился. Надеюсь, сейчас протестирует. Иногда он почему-то слетает и не хочет вообще ничего делать. Это третье поколение. Скорость, как видите, больше в два раза. Пинг такой же, 30-35, нормальный пинг. Исходящее, по-моему, то же самое, что там было. Вот такой вот бред с LTE в Билайне. Скачивание LTE в
очень маленькая, 2-3 мегабита. А в 3G 9. Два раза больше. Какая-то проблема. Хотя вроде у меня с оборудованием все в порядке. Сигнал, конечно, DC аж СПА получишь минус 72. Ну, такое тестирование. Потестировал я Ростелеком вчера, сегодня Билайн. Пока что больше нечего мне тестировать. Мегафон. Нет, у меня не подключен там интернет, не могу показать скорость этого мега-оператора, который все частоты захватил в Петербурге, в Новограде. Всем спасибо. Подписывайтесь. Пока, ребята.